Сегодня я предлагаю вам пройти очень интересный тест. Вы должны представить, что оказались у судьбы на перепутье, и жизнь для вас сейчас – это чистый лист. Взгляните на картинку, выберите тропу, которая манит вас в путь. Если вы выбрали первую тропинку, то вы предпочитаете простую, ничем не усложненную жизнь. Вам нравится привычная размеренность, исключающая потрясения и острые ситуации. Вас можно назвать обычным человеком, избегающим интриг, конфликтов и падающих с небес звезд. Для кого-то это пресное существование, но вам подобный жизненный ритм весьма комфортен. Если вы выбрали тропинку номер 2, то у вас весьма авантюрный склад характера. Вы любите испытывать судьбу, не боясь заполучить трудности и даже провалы, проходя через них, гордо подняв голову. Такие стойкие качества являются гарантией, что желаемое обязательно будет достигнуто. Выбранная вами тропинка номер 3 говорит о том, что ваша мечта – собственная сказка о невероятной любви со счастливой концовкой. Реальная жизнь может частенько выбивать вас из привычной колеи. Вы держитесь на плаву, хотя без помощи посторонних людей вам очень тяжело. Вы человек, любящий домашнюю атмосферу и распространяющий в семье уютное тепло. Выбранная вами картинка номер 4 говорит о том, что вы человек, который сражается в прямом и переносном значении честно, открыто, без подлых и несправедливых приемов. Вам не свойственно витать в облаках, строя воздушные замки. Вы точно определяете свои цели и идете к ним кратчайшим практичным путем, пусть даже он будет тернистым и опасным для вас. Это представляется лучшим выходом, чем затянутое нудное ожидание. Своим результатом не забудьте поделиться в комментариях, мне будет его интересно узнать. Если вам понравился этот тест, тогда поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и поделитесь этим видео с друзьями, вдруг им тоже будет интересно. Спасибо, что досмотрели до конца, у меня на сегодня все, пока-пока.